Сегодня мы расскажем о том, как с помощью одной простой подкормки можно добиться обильного плодоношения огурцов. Для ее приготовления нам понадобится всего один ингредиент, который можно приобрести в ближайшей аптеке или садоводческом магазине. В нашем видео речь пойдет о янтарной кислоте и способе ее применения для огуречных посадок. Янтарная кислота представляет собой вещество белого цвета с легким привкусом лимона. Она выпускается в таблетированной или порошковой форме. Этот препарат не зря называют эликсиром жизни для растений, ведь он способен действовать на наших зеленых друзей сразу в нескольких направлениях. Изначально находясь в растительных клетках, янтарная кислота обеспечивает движение соков в тканях, стимулирует рост и развитие культур, помогает рассаде восстановиться после пересадки или изменений температур, укрепляет иммунитет, продлевает период цветения и плодоношения, борется с развитием опасных заболеваний, помогает лучшему усвоению питательных элементов и многократно увеличивает урожайность. Чтобы повысить количество янтарной кислоты и запустить развитие растений, рекомендуется внести это вещество извне с помощью следующей подкормки. 5 таблеток препарата хорошо измельчаем и добавляем в 5 литров отстоянной воды. Тщательно перемешиваем до полного растворения вещества, после чего используем для корневого полива огуречных кустиков. Для усиления эффекта полученным составом растения также можно опрыснуть по листу.